Всем привет, с вами Денис Громов и Равиль. И сегодня мы снимаем, что ты смеешься, на сервере United Roleplay, который он мне предложил. Вот, и тут много, он сказал мне, интересных вещей, которые мы сейчас покажем вам. Ну, я тоже хочу посмотреть, что тут, собственно, за вещи, вот. Ну, Равиль, рассказывай, что есть, куда поедем. Давай поедем. Блин, ну, который напротив Амма больниц, поехали что налево, да. Ну, поехали. Там, короче, есть какие-то дома, какие-то, называются VIP-дома с окнами. VIP-дома с окнами? Да. Таких больше нигде нет. Да. На сам ПРП таки никогда не построили. Ну, на Advance на самом нету, вот, потому мы и показываем. Вот хочется увидеть что-то увидишь? Новое. Вот. Вот эти дома. Вот эти дома, да? Да. Вау, так, это вообще так необычно, да? Что я еще тут заметил на этом сервере, это то, что, короче, респектов надо набирать 4 с первого левела, а не 8, как на стандартных серверах. Это тоже как бы отделяется от других серверов. И как бы тут легче качаться, да? Вон спидометр, как видите, тоже другой. Картинка даже есть. Ну вот банк. А, да? А, это тут что ли, ВЛВ, да? Нифига, и ВЛВ тут единственный банк? Ууу, интерьер вообще шикарный, да? Мальчик, надо, да. С кнопочком, а это что, открывается, типа, дверь? Это, ну, для тебя нет, для тебя... А вообще так-то открывается, да? А так-то открывается, да. Только для сотрудников банка. Который... Так-то вообще шикарно сделано. А если выйдешь, вот снизу, например, будешь смотреть сюда, тоже будет видно, да, как вы тут, что... Конечно, конечно. Ну, отрисовка, да, дальна, поэтому вот... Я... Ну, да, я там. Поехали, короче, мы... И... Так, что куда мы не поехали? Да, кстати, тут за РП очень жестко следят, да. Ну, в смысле, короче, сервин, да, то есть... Сервин! Сервин. Ясно. Делают админ большой уклон только на РП, то есть за любые там мелкие нарушения, даже за БХ можно отсидеть по полчаса и больше. Вот, так что, ребят, давай... заходя, не нарушать там всякие РП правила. Будьте... Давай поехали пока. Самые, блин, тут огромные интересы в интерьерах. Самый, вот, мне нравится интерьер ФБР, поехали, блин, я тебе покажу. Ты так глючишь, ну ладно, и... чуть-чуть глючишь, ну ладно. Ну, давай, давай. Что тут? Офис ФБР? ФБР. То есть здесь все скоро будет доработано систем камер, которые, допустим, будут снаружи здания. Но сделано так и необычно. И будет видно, кто когда приходит и когда уходит. А сколько вообще максимальный онлайн сервер был? Было, да, под 120 человек, 120, то есть, да. А мы сразу отсекали нон-РП игроков, которые не хотят учиться какому-то новому уровню. Допустим, даже если кто-то нарушает, мы никогда сразу не наказывали, мы им объясняли, что и как нужно делать в следующий раз, если наблюдалось еще раз такое нарушение, то да, мы наказывали уже банами. Ну, понятно, понятно. То есть, тут как бы за этим следят. Ну, конечно, онлайн маленький. При таком онлайне не так уж трудно следить за этим, в принципе. Вот. А да. Был бы онлайн как там на других проектах больших, то я думаю, там... Там, ну, уже, понятно, там уже все да. сложнее. Там уже практически даже, можно сказать, нереально следить за всеми. Ну давай, что тут, а вот я вышел, я просто не думал, что я выйду, ну ладно. Давай, куда дальше, покажи мне какую-нибудь особенную работу тут. Единственная работа, которая мне нравится, мне, наверное, все видели, но это реально что-то забавное, это оружейный завод. Оружейный завод? Да, и есть такое вроде где-то, но... И с какой левел тут работать? Я даже не знаю, сейчас посмотрим. Оружейно, разве тут оружие делает? Да. Ох ты, нифига, слышишь, я уже могу работать, походу. Ну и чё я, типа, делаю? А, типа, а, нифига.
А, ну так это как на этом. Ну понятно. На Advance. Ну да. А, нет, тут сцены другие объекты вроде, да? Да. Куда это относить? Так, дальше там что-то А, во, тут все дальше по стол порядку, для да. упаковки. А, нет, тут даже получше сделано это. Улучшено. Даже так хорошо. Так что То есть все так и дальше есть неплохо. дальше работа склад топлива, то есть там она делится на две части. Дальнобойщики возят топливо по разным АЗС, а уже рабочие прямо на заводе на маленьких, так скажем, машинах возят между баками там бензин, чтобы равномерно все распределялось, и следят, чтобы не заканчивался бензин. Если Даже да. заканчивается бензин, то нельзя заправиться на заправках и все такое. Садись. Так. Покатили. Ну как, короче, это. В общем, что еще можно тут показать? Тут, в общем, сами зайдете, посмотрите, что есть. Да не, В поехали на общем, ферму, поехали, я тебе покажу еще таки интерьер. интересно. Ну, все же мы не будем показывать, правильно? Пусть люди сами заходят и смотрят. Что тут есть и так далее. Ну, самое интересное Да, должно. самое интересное, как бы тут нужно смотреть уже. Ну, куда поедем? Поедем на ферму. Давай даже я слезу, чтобы много времени не тратить. Давай. Просто в каждой организации до единого свой новый интерьер необычный. Не тот, к которому привыкли все. Ну, то есть, ферма тут как на стандарте, Серега, да? Ферма находится как на стандарте, но система работы чуть-чуть облегченная из-за такого количества онлайн, то есть маленького. Здесь пока не надо сажать, то есть все делать системы, просто нужно фермеру Автоматически, ну понятно, да. отвести, так скажем, груз и все такое. Ну понятно, да, смотрю, люди там работают, да? Люди работают там всегда. Ну да, я смотрю, тут какой-то Сидишь, с пистолетом балуется. всегда. С пистолетом может это. Ух ты, нифига, какие силачи. Вот это шкафы. Видел, как они машину Давай тут. просто убежим отсюда скорее, а не слежка. Вот он нам мешает, Вот нифига тут. он нам мешает. Я смотрю, Смотрите, тут парни со смотрите. стволами, надо отсюда. Нет, тут опасно все-таки. Эй, Опасно, опасно. уйди. Да, ну так что, ребят, когда будете сюда приходить, вот поосторожнее, тут видите, он какой-то Смотри. пожал руку, стой, пишет, видишь, стой, бандит, а ты убегаешь от него. Какая картина получается. Да. Услышишь? Подожди, так че он бегает за нами? Держи за нами. Что сделать-то с ним, а? Ударил. Можно поднож поставить? Давай подножку ему поставим. Ну тут нереально, ну ладно. Ну слушай, Ну, давай, куда дальше можно тут? посмотри. Что тут вообще еще есть? Так, В поедем. общем, тут так-то вот как по стандартному все как ну на самом пропелле нет. То есть по стандартному смыслу Но другие чего? фракции или тут все измененное, то что можно вот так смотреть и радоваться жизни. Можно и смотреть, и радоваться жизни, но есть А, даже так, да? некоторые стандартные вещи, но эти стандартные вещи мы вообще исключаем от мода, то есть от игры. У нас, допустим, если какие-то банды, нет стандартных там, у нас нет каптов там за какие-то бизнесы, за какие-то квадраты, у нас то есть неофициальные организации, которые игроки сами создают и играют Ну только все, в общем, облегченно сделано, да? наоборот, усложненно, это для РП А, уровня. усложненно. Смотри, допустим, вот русская мафия. Русская мафия это? Ух. Ну и Да. тачки у них, конечно, конкретные, да? Да, ну в принципе, у мафии, ну да, у них такие, в принципе, не знаю, я не видел ни разу мафию. В фильмах видел, а так нет. Да, тачки Ну прикольные. как? Лимузин, ну, лимузин по стандарту, вертолет, наверное, наверху. О, да, а, особняк вообще другой, да? Получается. О, нифига себе, зачем? Вот тут сюда, типа, залезать можно? Там, как я помню, в сингле то ли кого-то убивали А, в сингле, или в что. сингле. Не, сингл А на сингл так не это проходил. батут как-то. Здесь проводят какие-то. Здесь, видишь, у них контрабанда, здесь лежит Да, наркота. видишь, ну да, вот такой особняк, ну, ну вот такой мафии должен быть особняк, а не большой, тут бегать особо и не надо.
принципе. Давай. Ну, кабинка для душа есть, куда не залезть, жалко. Мэрия. Все, расположение мэрии стандартное. Какие-то. Пешеходный переход так сделан, классно. Да, ну, кстати, за это, если админ увидит, что там кто-то во время движения перейдет дорогу, то можно и посидеть. В смысле во время движения? То есть, есть там машины ездят? Ну, а по пешеходному, типа, машины должны пропускать, да? Да. А чё он меня не пропустил? Слышь, ты меня не проп... Мент меня видел, как мент? Ну, вообще, плохой парень. Ну, просто все узнали тебя и хотели. Ну да, сбить меня, конечно. Давай зайдем. Давай. О, мэрия вообще совсем другая. О, окна. Вот тут уже окна, да, прикольно. Вот выглядят. Кстати, еще мэрия до конца. Подожди, стойка, давай я выйду. Подожди, а где эти окна вообще находятся? А где ты? Ты меня видишь? Нет, давай встань. Стой, подожди-ка, я хочу посмотреть, где эти. А, все, я понял. Подожди. Что, если это так, то я офигею. Ты меня видишь? Да, давай зайди ты, я встану туда. А, нифига, ну жалко, что я отсюда не вижу окон. Это, ну там, в принципе, они нарисованы. Давай, там у них ничего не видно. Нет, там ничего не видно. О, да, вижу тебя. Да, прикольно, имен не показывает это, конечно. Минус, наверное, ну не знаю. Ладно. Что тут вообще за офис такой? Ну да, в принципе, мэрия. Ну, такая мини-мэрия, да? Вот тут еще окна. Нифига их тут. Довольно много. А, он даже на задний вход. То есть у нас сейчас делается новый экскурсион. Ключи нужны для даже для этих. А, это, наверное, для сотрудников мэрии. Там сотрудник, да. Только я никогда не понимал, для чего вот эта клетка нужна. Как тюрьма, блин, может. И уже готовится новый интерьер скоро. А, уж новый, то есть интерьер, да. Ну тут, ну обновление тут часто, я как понял, да? Обновление, да. Вот, допустим, скажут игроки, что им что-то не нравится, администрация сразу будет делать все это, чтобы не было такого. Ну понятно. Так, ну давай поедем дальше. Давай. Давай, давай, посмотрим. То есть, видишь, у нас, чтобы игроки не нарушали ПДД. Ага, да, заборчики стоят. В самых таких местах дороги новый маппинг расставлен. Ну да, а это что, если вы там вроде стандарт, нифига я уже разучил. А нифига, заправка тоже, ну да, маппинг тут. Дома от 40к, от 30, то есть можно купить. А если в дома вот эти ходишь, там тоже как бы в окнах будет видно вид или нет? Нет, не во всех домах. Пока. Во всех. Вот новые дома уже почти готовы, они будут и здесь, и в СФ. Ну, в гетто, сам понимаешь, это экстерьеры, то есть такие дома, это как-то не по РП иметь. Поэтому... Ну, понятно, видишь, понятно. Тоже, гетто тоже живу. Ой, но здесь никто не бегает, не прыгает в открытую, потому что можно получить пару патронов в голову, и ты уже тебе придется менять аккаунт, если тебя убьют. То есть если тебя по РП убивают, администрация за этим всем наблюдает и дальше или удаляет аккаунт, или банит. Ну понятно, я понял. А это что, банда, типа, да? Вон, да, это не получается. Ну, очень-очень такие. Подожди, а тут название никак на стандарт там баллос, не? Нет, здесь создают свои, там, допустим, свои даже, нифига. И скины тоже, что ли, менять можно? Ну, администрация вообще, допустим, если ты вот зашел за негра, но у тебя латинский ник, администрация тебе попросит сменить ник или сменит скины, чтобы было по РП как-то. То есть, допустим, какого-нибудь там Дениса Джонсона на сервере быть не может. Ну, понятно, ну да. Ну, вот такой, дорогие друзья, интересный сервер. Заходите, смотрите. United Roleplay. И мы с вами прощаемся, да, Равиль? Угу. Увидимся. Да. Еще скоро. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если вам понравился сервер, но я думаю, вам понравится. И заходите. Ну да, и конечно же за то, что я как бы уже как месяц вернулся, как я говорил, ну реально просто не было времени, друзья, снимать, поймите тоже, как бы реальная жизнь, там все дела. Всем пока, ждем на сервере. Да.